Такой странный вопрос от ребенка. Ну как это объяснить родителям, а? Иган Хан, ну приезжайте уже в конце концов. Ребенок голодает, фастфуд ест. Да? Да. Нет, это для меня был сущий ад. Это для меня самое ужасное. Тот момент, когда ребенок задает вопросы лучше, чем наши журналисты. Блин, я сегодня просто растаю, мне кажется, здесь. Ой, что за крыса? Гениальная идея, кстати. Нет! Все, не слушаем. Ни его, ни меня. Заканчиваем интервью. Я Риад, и сегодня я буду ребенком, который спрашивает. И сегодня у нас в гостях наша любимая звезда, победитель Евровидения 2011 года Эльдар. Вы готовы к моим вопросам? О, не знаю, как сказать, Риадик. Давай попробуем. Так, вопрос очень интересненький. Первый вопрос. Сколько денег вы тратите в день? Ну, бывает, что вообще ноль монат трачу. Бывает, что много, это зависит от дня. Какой суперсилой вы бы хотели обладать? Можно две? Давайте. Я хотел бы уметь летать и быть невидимым. Это тоже, что и я хочу. Вам когда-нибудь разбивали сердце? И как вы это пережили? Очень часто. Да? Да. Песни писал, чтобы пережить это. Это помогает реально. Ну, кто-то просто ходит по дому, кричит, кто-то, не знаю, зарывается в работу, у меня так же получается. Я просто пишу песни на эту тему, и все как-то проходит. У вас сколько любви тогда было? А, мало. Блин, такой странный вопрос от ребенка, но... Ну, серьезные две, наверное. Нет, одна. Одна? Да. Сколько времени в день вы проводите в телефоне? Блин, много. Много. Ну, наверное, часа... Сейчас я тебе скажу так. В прошлый раз я в час ночи решил лечь спать. И так получилось, что я в ТикТоке засел до 5 утра. Чтоб ты понимал. Просто до 5 утра тупо вот скроллил эти все видео. С кем бы вы мечтали встретиться в реальной жизни? С кем бы мечтал встретиться в реальной жизни? Их так много. И это и артисты. Сейчас, например, очень хотелось бы попасть на концерт Адель. Hello. Ну, а из супергероев, нет, не буду называть, нет, не знаю, блин, но их много, я со многими хотел, ну просто посмотреть. А у меня это вы. Да? Да. Ну, все получилось, блин, давай, бей, будем чаще встречаться, да? Хорошо. Какие оценки у вас были в школе? У меня были по гуманитарным, у меня были 4-5, по математике у меня, ну, были 4-3, я ходил, умолял, чтобы педагог, чтобы учительница поставила 4, потому что, блин, я так не любил, дома не любили 3. А ты как учишься? Я тоже на 4-5. Только честно, она смотрит все. Не, на 4-5, иногда 3 по биологии была, но сейчас я исправился. Математика, наоборот, мой любимый предмет, я 5 получаю. Нет, это для меня был сущий ад, я вообще ненавидел математику. А ваш любимый какой был? Любимый был история, география. Но самый любимый немецкий язык. Как вы записали свой первый трек? Самый первый трек, это был профессиональный трек, это был Running Scared. Мы делали его в Киеве на студии, да, один из 6 треков. Потом все это было отправлено в Швецию по радиостанциям, и вот выбрали именно Running Scared. Come to me tonight, gotta need you anyway. Baby, I just wanna be... Ну, прям как Нигер спел, да. Кто вас вдохновляет? Это не обязательно кто, это может быть и что. Я могу какой-то мультик посмотреть, да, и там такая трогательная история, мне сразу хочется что-то сыграть, что-то написать. Либо человек, там на улице, по улице иду, вижу, что человек кормит кошку, да, какую-то, просто так, там бабушка какая-то. И мне становится приятно, я понимаю, что не все еще потеряно для людей, и все-таки дети живут в нормальном мире. И даже это может меня вдохновить. То есть это зависит от настроения, чтобы... Но больше всего вдохновляют, конечно, концерты. Когда я смотрю большие концерты, да, мне хочется сделать что-то похожее на это. Когда в
последний раз вы плакали и из-за чего? Я смотрел мультик «Soul», по-моему. И там был такой момент один, очень-очень-очень трогательный. Это про музыку и все такое. Сам мультик мне показался не очень интересным в целом, да. Но там был один момент, не буду сейчас рассказывать, и да, пускай наши зрители тоже посмотрят. Очень трогательный момент, который меня заставил расплакаться. Я тоже вчера аниме посмотрел, так это тоже был трогательный момент. Видишь, вот такие вещи меня обычно и заставляют вот эти эмоции выходить. Еще вчера я плакал, потому что не мог наряд выбрать. Это для меня самое ужасное. Я терпеть не могу выбирать какие-то наряды. Я думаю, блин, может быть... Ой, хоть бы везде можно было ходить спортивным. Это очень тяжело. Вот это уже самый интересный вопрос. Угу. Какой самый позорный момент в вашей жизни? Ну, блин, их много. Нет, самый позорный, знаешь, какой был, когда я... Мне писали в WhatsApp, и настолько идиотские вещи писали. То есть мне захотелось поделиться с подругой этим, да? Я сделал скрины, что, блин, посмотри, как меня достали, и отправил тому же самому человеку. И он мне говорит, типа... А что ты делаешь? Почему ты кому-то посылаешь? Я такой, блин, что придумать? Я-то сейчас покраснел, по-моему. Что придумать? А еще был один позорный момент, когда мы справляли день рождения моей подруги, и на следующее утро, это ужасно безответственно, и на следующее утро мне нужно было быть в эфире. Я весь эфир сидел просто... Ты просто представляешь, весь эфир я сидел в черных очках, солнцезащитных. Почему? Ну, потому что у меня глаза такие были после гулянки вечерней. Если бы вы могли есть только одно блюдо до конца своей жизни, какое это было бы блюдо? Доширак. Нет, подожди. Хороший выбор. Блин, я же сдохну тогда через неделю. Мамина яичница с помидорами. Кого вы больше всего любите и ненавидите на этом свете? Больше всего люблю. Тот момент, когда ребенок задает вопросы лучше, чем наши журналисты. Нет, ненавижу я никого. Я тоже. То есть у меня нету такого, чтобы я кого-то ненавидел. Ну, зачем это делать? Ты сам себя отравляешь тогда, да? Жизнь. А люблю я многих. Больше всего люблю себя, наверное. Ну, нет, не себя, но надо. Больше всего надо любить себя, но это пока не получается. Я на пути к этому. Близких, наверное, да? Я тоже. Родителей люблю. Брата тоже люблю. А? Да? Блин, я сегодня просто растаю, мне кажется, здесь. А вы вообще животных любите? У вас есть животные? Блин, больше всего я люблю свою кошку. Вот, у Гузу. Меня тоже котик есть. У меня лысая кошка. Только не делай вот так. Очень часто. Ой, что за крыса? Вы бы выиграли Евровидение, если бы участвовали один, а не Снегяр Джамал? Ой, вот это часто задают вопрос. Я не знаю, потому что... ну, блин, это судьба все-таки. Да, я отчасти верю, хотя я больше склонен к тому, что люди строят себя сами и... Сечение обстоятельств – это, опять-таки, это тоже наш труд каким-то образом, да? Поэтому я не знаю, что было бы. Может быть, если бы я был бы один, я бы вообще там и финал не прошел даже, да? Может быть, что-то там на меня упало. А может быть, и наоборот. Поэтому никто этого знать не может. У нас есть факт неоспоримый, и все. Но я думаю, что мы дополняли друг друга очень хорошо. У вас есть три конфеты – красная, желтая и зеленая. Если вы съедите красную конфету, то забудете все плохие моменты в прошлом. Угу. А если вы съедите желтую, то вы узнаете, что вас будут ждать в будущем. А если вы съедите зеленую, то вы станете популярным певцом, самым популярным, но только на один месяц. Что бы вы выбрали? А можно я на диету сяду и не буду есть вообще ни одну конфету? Или же обязательно нужно что-то поесть? Обязательно. Я забуду, что в прошлом, я узнаю, что в будущем. Или же станете на один месяц самым популярным певцом.
Я ничего из этого не хочу. Но если уж нужно выбирать прям, да. Так, да, то, скорее всего, я узнаю, что в будущем. А вот я наоборот. Если я узнаю, что будет в будущем, угу. то это будет как-то неинтересно уже жить. Если я забуду все плохие моменты в прошлом, то это может повлиять, во-первых, на мою память, а во-вторых, без плохих моментов нету хороших, угу. как бы. Поэтому ты выбираешь на один месяц стать популярным? Да, даже лучше всего. А подожди, а если ты узнаешь, что у тебя будет в будущем, ты же сможешь его поменять, да? Я вот с этим расчетом взял выбрал этот желтый свет. Цвет, потому что, ну, можно же как-то что-то поменять. А может, какой-то неожиданный поворот? Вот. Вот это поворот! То есть, зная будущее, ты уже, наверное, можешь как-то повлиять на это все-таки. Сколько у вас подписчиков в ТикТоке или в Инстаграме? Вы довольны вообще своими подписчиками, своим активом? Подписчиками своими доволен очень, потому что они у меня самые добрые, самые искренние. Никогда не бывает, чтобы кто-то из моих писал какие-то там гадости, хотя это часто можно увидеть, да, у других артистов. Всегда поддерживают меня, и мне это очень-очень приятно. Даже если их будет там, я не знаю, человек 5, я буду знать, что это самые избранные, самые искренние люди, которые всегда со мной. Ты активный вообще в Инстаграме? Нет, в Инстаграме нет, только в ТикТоке у меня 115 тысяч подписчиков. У меня просто 19 тысяч подписчиков, чтобы ты понимал. Ну, главное... Как тебя найти там? Что ты там делаешь, что у тебя столько подписчиков? У меня просто видео на 7 миллионов залетело просмотров. Да? А что ты делал? Просто глупое видео, это самое глупое видео, которое я выложил, оно залетело на 7 миллионов и еще 200 тысяч. А, вот это странно, у меня то же самое. Я какую-то ерунду, значит, ставлю песни, ставлю что-то интересное. Два человека говорят, о, супер, молодец. Три человека говорят, что за идиотизм. Ставлю какую-то просто ерунду, и весь ТикТок на ноги встает. Где-то я в Турции что-то там поставил, миллион с чем-то просмотров. Да, это всегда так. Тут, ну, зачем? Потому что ТикТоку больше всего интересен юмор. Ну это же тупость, это даже не я юмор. Я знаю, вот в этом смысл. Что быть, кем быть лучше, ребенком или взрослым? Ребенком, конечно. Конечно, ребенком. Это очень большая привилегия, потому что нет никаких забот, и вы можете быть... Но это уже от природы так. Вы искренне сами по себе. Потому что чем старше ты становишься, тем больше... осознаешь реалии этой жизни, которые не всегда такие, знаешь, цветные, красивые. И где-то ты просто ходишь в маске. Да, но не в этой маске коронавирусной, а в более грубой, темной, да. Поэтому мне кажется, что ты должен ценить, и вообще все дети должны, все ребята должны ценить ваше время. Это детство, это самое-самое-самое прекрасное время в жизни. Вы те, кто вы есть. Это... Я очень люблю часто наблюдать за детьми. И работаю с детьми. И я получаю очень большую энергию от вас. Вот это как часто вы врете? Не часто, но приходится. Не скажу, что это только во благо. По 10-бальной шкале, если оценить. 4. Да. У меня 2-3. Ой. Ну, я же говорю, чем старше становишься, тем все хуже становится, понимаешь? Происходят какие-то изменения, которые тебя заставляют быть менее искренним. Но опять-таки, если мы говорим о вранье, да, как таковом, я не вру, в смысле, моя ложь, мое вранье, оно не наносит какой-то вред людям, да? Ну, просто, ну, блин, кто-то звонит с утра, да? И не хочется говорить. Не то, что не хочется говорить, ты проснулся, ты уже едешь. Да. Ну, а еще, да я уже в машине. А на самом деле еще никакой не машина, понимаешь, я даже не умылся, допустим, да? Или же кто-то зовет на передачу, я говорю, что нам, типа, я занят, я не могу. Просто мне не хочется, потому что мне неинтересно общаться. А вот с тобой мне очень интересно общаться. Мы сидим, болтаем просто, как, реально как дома. Меня врать отучил папа с детства. За что я им очень благодарен. Знаешь, чем больше врешь, тем меньше, тем больше разных вещей ты говоришь, и люди уже тебя не воспринимают серьезно. Даже один раз я взял 50
50 тысяч как-то, 5 шерванов, да, по-моему? А. Да, такие цветные. Что, а, ты что, помнишь, что такое 5 шерванов? Это такая была голубая банкнота. Я ее взял, а там на то время это были большие деньги довольно, да? И спрятал ее в холодильник под яичный вот этот бокс. Там же заметно... Ну, как-то я замаскировал, он был другого цвета, я не помню. Непрозрачные разы? И... Нет, нет. Ну, тогда были другие совсем холодильники. И папа, я помню, спохватился, искал, потом нашел, я отнекивался, отпирался. Потом, ну, у меня был... конечно, мне влетело хорошенько. Я осознал, что это неправильно делать, что лучше попросить. Потом у меня был дневник. Два дневника, да? Один по школе, а один домашний. Нет, один, да. Один, нет, один для пятерок, четверок, другой для троек. Ну, для троек не очень, ну, как бы особо даже не пригождался, но были моменты. Кстати, это хорошая идея. Отдельный дневник купить, там туда тройки записывать, а все пятерки приносить домой. Все, у нас есть какая-то штука, как у... как это люди в черном так нажимаешь, и все, память стирается. Выбери вот этот красный цвет, чтобы прошлое забыть. Но это только плохие моменты. А вот это гениальная идея, кстати. Нет, все, не слушаем. Ни его, ни меня. Это все ерунда. Не ерунда, это спасибо за идею. Так, увольте меня, пожалуйста, все, заканчиваем интервью. И один очень интересный вопрос, это я вам хочу задать как челлендж. Ну, не как челлендж, ну, если вы ответите на этот вопрос, допустим, вы станете самым популярным, самым богатым человеком в мире, угу. Только вы должны ответить на него полностью. Угу. Сколько составляет число пи? Полностью. Как я могу себе ответить полностью? Ну, вот, если ответите. Короче, мне не светит стать ни самым популярным, ни самым богатым человеком в мире. Я просто знаю, что это 3.14 и все. Я тоже. И все. Рядик, спасибо тебе огромное. Вам тоже спасибо. Реально, очень искренние, очень неподдельные, честные вопросы, на которые я с огромным удовольствием ответил. Я провел... Я, в принципе, подозреваю всегда, когда иду на встречу с детьми, что для меня это будет честно, и искренне, и я совсем не ошибся. Спасибо тебе, спасибо команде, ребят, спасибо огромнейшее. Я думаю, что наша с тобой болтовня понравится большому количеству людей. Спасибо. Да, ведь лайки, подписки, сердечки, подписки. Блин, у него 115... 115? Да. Тысяч. Нам, мне нужно его догнать, ребят, пожалуйста. Я очень прошу. Yeah, that's my twin in them. Oh, best friend, we killing them.